Осталось две команды. Итак, чтобы удвоить очки, отвечаем. Имя фиолетового телепузика. Тинки-винки. Вы оба правы. Он всегда носит... красную сумку. Макс очень азартный, как и я. Поэтому я и влюбилась в него. О, это легко. Он был невероятным Халком. Эрик Беннер. Другой. Марк Руффало. Еще. Лу Фериньо. Первобытный страх. Ричард Гир никогда не играл Халка. Время. Боже, правый Эд Нортон. Первобытный страх. Ребят, как насчет сыграть у меня на следующей неделе? Будет что вспомнить. О, боже. Сегодня мы поднимаем ночные игры на новый уровень. Нам не понадобится ни доска, ни фишки. И хамить тоже не обязательно, да? Одного из нас сегодня похитят. О, как настоящие детективы. Круть. Итак, кто найдет жертву, выигрывает главный приз. Ключи от Стингрея. Только ключи? Нет, Райан, всю машину. О, да. Ну, ребятки, хорошего вам вечера. Чао. Дай сюда спички, детка. Я спалю к чертям эту дверь. Ты хочешь спалить комнату, где нас заперли? Да. Нравится унижать меня. Вы не будете знать, что реальность, а что нет. Пушка тоже настоящая? О, нет, Энни. О, нет, нет. О, боже мой, я застрелила тебя! Какого... Мне всегда нравилось общество хороших друзей. Довольно часто мы не ценим то, что имеем, пока не потеряем. Это потому, что жена тебя бросила? Вот дерьмо. О, черт. Сейчас мы тебя отмоем. А, так еще хуже. Ладненько. Есть безумная идея, может сработать. Ты ударишь самолет, как Лиам Нисон в фильме «Заложница 3»? А там и такое было. О, не вышло. Спасибо, детка. Это инструкция, как вытащить пулю. Спирта не было, поэтому я прихватила винишко. Вот это поворот событий, супер идея. А что это у нас за журнальчик? А, это мне. Там рецепт горохового супа, должно быть вкусно. Твой любимый. Вкусно. Обожаю. Ага, вкусняшка. Бодрит.